Ой! Что ты делаешь? Это ты что делаешь? Ты зачем мне на ногу наступаешь? Вообще, это ты наступаешь себе на ногу и мне тоже. Если за 3 секунды успеешь подписаться и поставить лайк, то мы бронканем вместе. 3, 2, 1. Молодец! Мы бронканем вместе. Вести, вести. Я даже сама все видела, что это была Мести, а говорит, что это ее сосед. Ай. Капец какой-то. Кто хулиганит в моем доме? Может быть, он опять пробрался в мой дом? Ну да, Мести, что-то себе такого. Я только не пробиралась в твой дом, а просто их захотела тебя попранковать. Так, ну иди же наш Мести. Вау! Какой танцпол! Класс! Эй, Мести, иди сюда! Вот тебе и тортик! Она так приходила долго в себя? Просто ужас какой-то! Очень долго. Обычно она сразу о-о-о, и сразу кричит. Ну, вести не вести, когда она не кричит, когда ей кидаешь торта. Так, что с Мести? Она думает, куда ей пойти, направо или налево? Так странно. Первый раз такое вижу, чтобы Мести выбирала, куда ей идти. Да еще и так долго. Но танцпол, он просто красивенный. Посмотрите, здесь фонарь. И здесь все крутится, вертится. Вау. О, смотрите, это у диджея. Блин, у диджея студия, конечно, крутая. И здесь можно музыку включить, наверное. Реально, я музыку включила. Прикольно. А вот ноутбук. О, это телефон. У соседа, давайте отправим смс-ку. Все, Мести уже, наверное, идет сюда. Надо бежать, а то Мести запалит. Жалко, что я в бассейне, не могу спрятаться. Так интересно, что будет. Наверное, танцевать будут. Прикольненько. Так, давайте присядем. И отойдем. Только не говорите Мести. А музыка-то играет. Просто обалденная музыка. А Мести уже тем временем подходит. Ой, меня сегодня сосед позвал. Позвонил, уже все сказала. Кто это? На мою вечеринку пришел без приглашения. Только соседу нужно прийти. А не той ученице или ученику. Не разглядела, не старалась. Блин, спалилась, кажется. Так, лучше спрячусь здесь. Здесь меня никто не найдет. Я к тебе уже пришел. Ну да, я не так сделала. Но зато как сосед танцевал. Прям так, как, блин, рок-н-ролл, что ли, как там, не знаю. Ой, что ты мне сделал? Почему? Я наступила тебе? Нет, я не наступала. Это ты наступил. Почему я сразу? Да. Я уже второй раз вижу, как они ссорятся из-за кто кого наступил на ногу. Да наступили. Пройдет через пару минут. Перестаньте спорить. Что? Дымомашину я уже нашла? Как быстро? Точняк. Она может пригодиться на танцполе. Так как в прошлый раз у нас не получилось. Поэтому мне кажется, это все-таки пригодится. Так, отлично. Может быть, на второй этаж запрыгнуть? Смотрите, Мести что-то протирает. Так и надо протереть все воздух.
Что? Она протирает воздух? Я думала, там есть какое-то стекло, которое я, может быть, не видела. Она протирает воздух. Ну ладно, протирай, протирай. Нети, Лёш. Так, давайте откроем двери. А, Мисси идет на кухню. Так, у нас есть шанс где-то здесь что-то взять. Так, здесь ничего нет. Вроде бы. О, подвал. Точно, давайте зайдем туда. Так. О, я вижу какую-то коробку, и она светится. А если какой-то предмет светится, то он, может быть, вам пригодится. На заметочку, кстати. Но это точно по моему плану. И то, что я хотела. Ой, как классно, сейчас-то пранк получится. Эта дверь закрыта. Странно. И это тоже дверь закрыта. Еще странней. Что? Она меня заметила? Как? Она что ли меня чувствует? Странно. Ну ладно. Давайте выйдем на улицу и уже все поставим, все сделаем, чтобы... Ну, естественно, поскорей получился бы пранк. Прям уже не терпится. Очень интересно, что получится. Так, ставим дымомашину. Так, если ее вообще возможно поставить. О, да, возможно, так. Нужно найти главное красное. Но сначала я поставлю мышеловки. Давайте посмотрим, что будет, если наступить. Ничего не будет. Значит, это мышеловка для кого-то, то есть не для меня. И ставим дым. Отлично. Все. Дым, это чтобы, наверное, не видно было эти мышеловки. Все, отлично. А теперь давайте встанем и будем наблюдать за всем этим. Ой, точно, забыла смс-ку отправить. Ой, да музыку, как-то танцпол без музыки. Все, вот теперь точно все готово. Осталось только ждать Мисси и смотреть на их танцы. Так. Ну что ж, Мисси, мы тебя ждем. Ой, сейчас будет просто самый прекрасный вечер, а то... Вчера так потанцевали хорошо, и меня снова сосед пригласил. Ах, да ладно, сегодня так же потанцуем. Будет весело. Так, ну все, давай как вчера, запомним комбинацию. Раз, два, три, четыре... О, что? Что это так, блин? Это мышеловки? О нет, на моих фонарях мышеловки, помогите! Да... Все-таки пранк-то получился. То есть мы не зря заходили в подвал и искали все в доме. Это когда-то помогает. О, ученики на окончании готовили на лиский борт. Как? Давайте проверим его. И... Да! Как же прекрасно на нем кататься! Ах, молодцы какие мои ребятушки. Не зря я им пятерочки ставила. Ну да, ты не зря ставил пятерочки. Но ведь и я не зря приходила со своими пранками. Никогда такого не было, что было это все не зря. То есть и зря. Всегда было что-то полезное. О, а вот наш скейтборд. Мы подарили такой модненький. Прям вообще. Мисси занимается. Ну хорошо, хорошо. Молодец. Следит за своим здоровьем. Так, ладно, скейтборд так скейтборд. Давайте на кухню залезем. Так, давайте посмотрим. О, пленка пищевая. Для чего она? Но светится. Значит, нужно. Ну, в подвале. Вот я говорю вам, 100% вы что-нибудь найдете. Масло? Масло. Масло. Точно, масло. Она спускается, по-моему, ко мне. Это нехорошо. Ран нам надо делать. Ран, ран, ран. О нет, нам реально нужно делать ран.
Она встала так и смотрит. Может быть, она как-то меня чувствует все-таки вести? Потому что как-то странно. Я там, и она там. Все это как-то странновато. Так, она поднимается наверх. А мне нужно... внизу, скорее всего, потому что она же, помните, делала в начале? Она делала трюк именно с первого этажа. То есть она же не будет делать трюк с крыши. Так, давайте возьмем зелененький ключик. Он нам понадобится. Так, открываем. Давайте закроем, чтобы она ничего не заподозрила. Разливаем масло. И берем пищевую пленку. И заматываем здесь все. Отлично. А теперь ждем вместе. Так, я хотела сделать доставку торта, но передумала. Она тогда слишком сильно все заподозрит. Two hours later. О, она уже идет. Ох, сейчас будет. Ой, ладно, отдохнула и хватит. Надо сейчас еще раз сделать. Что? Я в паутине? Что? Как же мне надоели! Хоть и мне подарили мне скейт, но заподали меня паутину! О, нет! Ну да, а ты еще говорила, не зря пятерки ставила. Смешная вести бывает. А что? Если мы положим в подарок моему соседу не настоящих летучих мышей, я его спасу. О, хочу его пранкануть. Ну и еще сделай приятное, что я его спасу. О, ладно, так и сделаю. Что? Теперь Мести стала пранковать? Но вот это я впервые слышу, чтобы Мести пранковала своего соседа. Это забавно, но я хочу испортить у Мести пранк. Так, мышеловка? Ладно, пригодится, если она светится. Все-таки это какой-то знак. Так, давайте вылезем через окно. Там просто капкан стоит, не хочется особо попадаться на него. Лестница нам очень нужна сильно. Для чего... Ой, у меня лестница улетела. Ладно. Для чего же? Да надо нам на крышу залезть. На крыше? На крыше мы, может быть, что-то найдем. Потому что у меня есть такой... нюх. Нюх, где... Ну, короче, нюх. Так. Давайте ставим. Все. И теперь залезаем. Так. Вау, какая крыша у Мести большая. И такая серая. О, а вот труба. Через которую пролазит Дед Мороз. И дарит подарки. Детям, которые хорошо слушаются. Так, слезаем. Что? Мести меня словила. А ну ладно, не будем сильно так горевать. Ой, у меня лестница улетела. Классно. У меня улетела лестница. Мести на кухне гуляет, прогуливается. Так, а нам тоже надо на кухню. Так, Мести уходит. О, это классно. Так. Так, я уберу чашку. Все! А вот и мыши вылетели оттуда. А то есть они попались в мышеловки. О-оу. Кажется, я не вовремя. Блин, дверь закрыта. Так, давайте разобьем кружку. На счастье! Так, у меня слишком мало энергии. Давайте выпьем энергетика. Так. Спускаемся. Ну, я же говорила вам, что у меня лестница улетела, когда я, видимо, слезала. И поэтому нам нужно ее заново поставить. Так. Все. Поставила. А теперь нам нужно идти... и забирать, и из...
где у нас лежала мышеловка, там, смотрите, там куча летучих мышей. Настоящих. А то есть, у меня появился мини-план. Мы сейчас подарок, но Мести же хотела игрушечных положить и хотела спасти, но она же. Ну, мне, конечно, все боятся настоящих летучих мышей. Ну, лично я тоже, наверное. Хотя я их не видела, но... Ладно. Наверное, я бы испугалась, когда увидела бы их. Поэтому... Можно подменять игрушечные на настоящие. Все-таки. Но если она хотела запранковать, так запранкуй. Так еще я и Мести пранкую вместе с соседом. А теперь отсюда валим. Или сливаемся. Просто уходим. Ой, я тут для тебя подготовил подарок, смотри. Что? Летучие мыши? Я не это заказывал. Уходи быстрей! Они прямо за мной! Беги! На люстру! Оп! За мной! Зачем? Я сейчас упаду вместе с люстрой! О нет! Не надо! Ах, какие они все-таки смешные, забавные и так далее. Ставь лайк, если понравилось это видео, подписывайтесь на канал и жмякайте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ну а пока, перейдите в следующее мое видео. Увидимся там!